как планы сейчас нового стадиона, ваши впечатления? Ну, на самом деле, очень нравится стадион. Я так получилось, что много, на многих стадионах бывал, и в России, и за границей. Просто, конечно, мне очень нравится Анжи-арена. Честно говоря, я не ожидал, что здесь настолько все будет сделано грамотно, да, то есть и фанатский сектор, и входная группа, фанатский сектор все очень сделано для болельщиков, то есть отдельные кассы, отдельные камеры хранения, отдельные пункты питания, изолированный вход, нет смешения с болельщиками домашней команды, это все, конечно, очень важно. Вот. Ну а сам стадион, я был на поле, был в раздевалке, в общем, ну, великолепно все. Вот, и очень рад, что у нас такие стадионы появляются. Здорово, конечно. Да, ну вот нам дали такие вот штуки. Значит, туристический информационный центр Дагестана вот, с вариантами экскурсий и вариантами, куда можно съездить в Дагестане, отдохнуть, посмотреть. Ну, конечно, это очень здорово, потому что мы знаем все, что Кавказ это всегда был такой союз здравница, огромное количество отдыхающих здесь раньше было. Я думаю, что если люди будут ездить не за границу куда-то, а по нашей стране, это, конечно, здорово очень. Поэтому я считаю, что это очень хорошее начинание. Дай бог, чтобы все это работало, было лучше и лучше. А мы вам только можем пожелать, чтобы ваши болельщики как можно больше пребывали в Махачкалу, гостеприимно Дагестан. Вот, и удачи. Спасибо большое, вам тоже удачи.